Добрый день, мои дорогие друзья! Я снова рада приветствовать вас на своем канале, посвященном коллекционированию винтажных украшений. Да-да, я люблю винтаж. Да, я очень люблю украшения и тем более я люблю винтажные украшения. Большая у меня коллекция? Да, большая. Часть из украшений у меня представлена в магазине. Украшения различные, то есть украшения... Я собираю различные, то есть вот нет какого-то определенного стиля, который мне особенно дорог и близок. Я стараюсь не проходить мимо и бюджетных украшений, и дорогих украшений, то есть разные. Почему я это делаю? Частично я покупаю украшения для себя, частично я приобретаю украшения для своих потенциальных клиентов и клиентов. Причем они у меня практически со всего земного шара. Я вам всем бесконечно благодарна. Я рада за то, что вы меня поддерживаете. Что вы меня поддерживаете и теплыми словами, и своими покупками. Почему? Потому что на стене у меня висит определенный... Вот сейчас смотрю на эту бумагу. Думаю, что мне нужно ее сделать в рамочку. На стене у меня висит план, что же я планирую делать, как жить и как дальше развиваться. Написала этот план после того, когда я получила несколько лет тому назад, когда я получила начисление российской пенсии. Так вот, о чем же хочется немного поговорить? Наверное, нужно поговорить о себе любимой, то есть план есть, к нему иду я. К этому плану я стараюсь соответствовать. Нужно читать его как кучинаж каждый день. Буду стараться это делать. Но в целом, конечно, в жизни нужно зависеть только от себя. И нужно стараться делать как можно больше каких-то хороших дел. Нужно стараться, чтобы друзья ваши соответствовали вам, чтобы уровень вашего общения был интересен. Так вот, именно такой уровень общения у меня... Слава Богу, я благодарна Богу, либо это такая судьба. То есть друзей интересных, состоявшихся людей вокруг меня достаточно много. И я благодарна Вселенной, судьбе вот за моих друзей. Вчерашний день с моей подругой у нас тоже был замечательный. Мы немножко пошопились, мы сделали педикюры, мы пообедали в ресторане, мы заехали в антикварный магазин, и мы даже съездили в театр, небольшой драматический театр, совершенно чудесно провели время. А в магазине я купила великолепные клипсы с моей точки зрения. А буду ли я сама их носить? Ну, скорее всего, нет. Но многих моих клиенток, я думаю, эти клипсы заинтересуют. Что нужно сказать? Это действительно клипсы. Клипсы маркированные. Маркировка, первый раз такую маркировку увидела, услышала. Маркировка называется Legend, Jewelry of Legend. Немного почитала в интернете. Что меня особо поразило и заинтересовало на маркировке, когда мы покупали эти клипсы, было такое небольшое дополнение, что да, вот маркировка такая-то, и что это клипсы легендарной Мэрилин Монро. Я нашла несколько фотографий в интернете, где она была в клипсах, просто тоже клипсы. То есть эта компания делает копии таких украшений. Но, по сути говоря, это очень близко как Жаклин Кеннеди, как одна из компаний ювелирных выпускает копии, реплики ее украшений, ее известнейших украшений. У меня такие украшения есть и бывают, приходят, но они очень-очень быстро продаются. Сегодня же я хочу предложить вашему вниманию вот такую парочку. Чудесные длинные клипсы в стиле арт-деко, выполненные с подвесками из кристалла Сваровски. И подвески заканчиваются чудесным жемчугом. Жемчуг он настолько хорошо выглядит, а с моей точки зрения он даже не выглядит вот как искусственный жемчуг. Он очень-очень близок по своей как бы визуальности, что ли, так скажем. Очень близок к натуральному жемчугу. Вот такие длинные клипсы, очень интересные. Пожалуйста, я думаю, что я их постараюсь выложить в интернет. Что нужно заметить по этим клипсам?
Мне очень нравится у этих клипсов застежка. То есть застежка у них, обратите внимание, достаточно интересная. Это клипсы. Причем это не просто клипсы на винтах, это клипсы, это клипс. То есть винты вам позволяют регулировать степень давления на вашу мочку. И с моей точки зрения это очень интересное решение, потому что в таких обычных клипсах, когда у вас есть вот такая застежка, единственное, что вы можете сделать, чтобы немножко вот уменьшить давление на ушки, если клипсы не отрегулированы по в этой застежке, вы можете установить вот эту подушечку силиконовую, которая немного снимет напряжение, давление на ушки. Вот эта клипса очень-очень интересная. То есть винтами вы можете отрегулировать давление, и вот таким образом они выглядят. Вот эти клипсики, и думаю, что сделаю фотографии, все-таки найду время, постараюсь сделать фотографии и выложить их в магазин. А цена на клипсы будет порядка $80. Вот, пожалуй, все, что хотела вам сегодня показать. Немного поговорить. И на этом с вами попрощаюсь. Желаю вам отличного дня. Всего доброго и до свидания. До новых встреч, до новых находок, до новых покупок.